Алло. Да, брат. Алло, это перелет километра на 3. У них за спиной лягло. Нет, нет, это наши еще не стреляют. Наши еще только в изготовке. А, так это кто-то другой? Да, это, скорее всего, минометчики работают. Ага, я понял. Ладно, жду тогда результатов, то пацаны смотрят. Да, да, я понял. Просто я сейчас лечу в Торезе. Что такое? Тебе что-то помочь мне? Ну, можешь тоже сюда ломануться, если у тебя есть это самое время. Тут этот сбитого пилота взяли. Ага. Вот. Нужно сейчас посмотреть, что это за это самое, всякая хрень. И полностью оценить ситуацию, которая произошла. Там же получается по докладу. Этот пилот, ты самое главное этому скажи. Да, да. Наш БУК, который... Нормально вот. Все, он ушел в другое место. Да, все хорошо. Смысл в том, что вот эта сушка буквально за минуту до этого сбила китайский пассажирский транспорт. Не-не-не, мы работали по сушке. Не, я знаю. Так сушка перед этим буквально сбила этот китайца. Ага. Вот. И тут же мы как раз подхватили эту сушку. Там сейчас весь мир греметь будет. Я понял. Там понял. Все очень хорошо. Сейчас главное этого казачьего не убили раньше времени. Ну, возьми пару человек с собой, да, и через Торез лети ко мне, дальше направлю. Ага, хорошо. Пару нормальных таких, безумных. Я понял, понял. Давай. Понял. Угу. Витя, я двоих слышал. Нормально только.